Попался? Поднимаемся. Приветствую. Привет. Как ты? Как турнир тебя? Чувствую себя хорошо. Ну, для обычного человека. Как я чувствую себя как спортсмен, не знаю. Через час, наверное, скажу точно. Ты не устал, скажи? Не, я на позитиве. Не, позитив это понятно, мы все на позитиве. Я кайфую. Нормально? Да. Это самое главное. Немножко всегда, знаешь, я понял твой вопрос. Когда тренируешься, готовишь к соревнованиям, всегда уделяешь большое внимание восстановлению и так далее. Сейчас, к сожалению, не получается. Поэтому даже когда поднимаю какой-то вес, большой или маленький, всегда думаю, там бы что-нибудь не стрельнуло, там что-нибудь не вылетело бы. Поэтому мысли такие немножко. Но все равно кайфую, поднимаю. Молодец. Пока. Не, молодец. Ты все время на таких огромных весах просто удивительно. Так вот, поэтому меня Дима и ждет. Объявил какие-то большие веса. Я говорю, Дима, откуда? Уже объявил? Откуда? Мировой в рывке, ребята. Объявил мировой в рывке. Здесь есть блины пластиковые. Вот сейчас их туда в серединочку воткнем. Да. И будет мировой в рывке. Да-да. Дим, передай подписчикам Юрой Сраж. Что ты им пожелаешь? Знаешь, я абсолютно наблюдаю за всеми твоими роликами. Практически, наверное, сразу, как ты только сделал свой канал. Вот. И мне нравится, в каком вы с ними ВКонтакте со своими подписчиками, потому что я, естественно, не только смотрю видео, но и читаю комментарии. И хорошие у тебя подписчики. Я надеюсь, что многие из этих подписчиков время от времени заглядывают ко мне. Вот. Люди, видно, интересуются. Очень часто просят нас с тобой что-нибудь совместное замутить, как они просят. Да. Вот, поэтому, ребят, так как вы следите за Рашидом с большим интересом, значит, вы любите тяжелую атлетику. Если вы любите тяжелую атлетику, значит, мы с вами говорим на одной волне. Я вам желаю не золота Олимпийских игр, чемпионата мира. Я желаю, чтобы у вас глаза горели. Неважно, будет это штанга или будет это институт, школа или какая-то работа с горящими глазами. Потому что, не знаю, Рашид спросил, как себя чувствуешь? Я говорю, хорошо, глаза горят, и у меня семья моя постоянно, когда я возвращаюсь домой, смотрит. Или я с горящими глазами вернулся, или с потухшими. Если с горящими, значит, мне все в кайф, значит, движемся в правильном направлении. Поэтому, если у вас будут глаза гореть, значит, у вас все в кайф, и вы движетесь в правильном направлении. Конечно, главное заниматься любимым делом. 100%. И все будет в шоколаде. 100%. В шоколаде. Да, Дим, все, желаем тебе. Ну, будем смотреть, короче, как, да, ты, как ты разминаешься. Постараюсь. И так далее. Ну, когда мы замутим с тобой? Рашид, ну... Я приеду, наверное, в феврале сюда. Я практически каждый вторник, среда и четверг в Москве, но все остальные дни я не здесь. То есть в понедельник я постоянно возвращаюсь в Россию, то есть это день перелета, и в пятницу я улетаю куда-то на работу. Вот в субботу, воскресенье, каждая суббота, воскресенье у меня занято. Поэтому вторник, среда, четверг, мы с тобой в ВКонтакте, что-нибудь с тобой сделаем. Сейчас будем снимать Дмитрия Клопова. Специально для детей. Один из ведущих тяжелоатлетических каналов в России. Профессионализм это дело такое. 2 года не уступал, и все, и жим-жим уже. Хочу спросить, сколько 25-х приносит? Даша, покажи, пожалуйста, вот эту стопку с 25-ками. Хватит, Димон. Хватит, Димон. 100%. Не надо его загонять потихоньку. 170, давай сегодня с тобой тяжесть сделаем. 170-210 хватит. Давай тяжесть, да, 400, сделаю... 400. Нет, вместе, вдвоем 400. А, мне без проблем. Я 200, ты 200. Вместе с нами 400 потянем. Без проблем. Мы с тобой ростом одинаково. Сейчас можно в зеркало смотреть. Посмотри в зеркало. Ростом мы с тобой одинаково. Ага. А ну выпрямись. И тяга с Рашидом 400. Хорошо. Очень легко. Да? Да. Не, ну это 120. Всего лишь, да? 120, как бы, должно быть легко-то. Мне кажется, 120 даже тысячу спорвешь. Не. Да хорош. 115. 115? Лен, привет. Привет. Две камеры, смотри, вот они. Две камеры, принадлежащие, работающие на популяризацию тяжелой атлетики в России. Может быть, даже и в мире. Хорошо, Дим.
Волнуюсь. Да не волнуйся. Я понятно волновал, что нечего нового, как я не знаю. Такого не было никогда, что нового нигде не выступал. Первый раз. Такое что-то новое, новые эмоции какие-то. Вроде ничего особенного. А волнуюсь. Это нормально. Чисто классическое выполнение. Мне нравятся эти эмоции. Нравится. Это очень серьезный адреналин. Значит, 200 будет. Ага. Мы поддержим Дмитрия. Мы поддержим Дмитрия. Итак, вес установлен. Дим, давай, красиво. Вес на штанге 180 кг. Повыше, Дим. Дмитрий Клоков. Это подход. Держи! И новое место на штангу Дмитрий попросил установить 190 кг. Я напоминаю, Дмитрий сейчас в очень напряженном графике. И буквально сегодня он только сошел с трапа самолета. Оказывается, за границей очень жесткого семинара проводили. И я представляю, насколько ему тяжело. Но он все-таки приехал, все-таки радует нас вот это выступление. Спасибо, Дмитрий. Кайфую. Люблю я это дело. Кайфую. Конечно. И скучаю. Здесь нету ограничений. Все хорошо. Живешь все хорошо. Живу, работа хорошая. Денег приносит. Все хорошо. Скучаешь. Конечно. 20 лет почти отдал этому. И... Я думаю это, Дим. Я вот сейчас смотрю и думаю, блин, ну надо тебе... Может быть, готовится на чемпионат мира. Я не говорю про Олимпиаду. На мир, на Россию надо. До апреля пока молчу. Великих спортсменов, которые популяризируют наш вид спорта на всех каналах, подожди. На своем личном канале. Дим, подожди, не торопись. И очень огромное количество подписчиков. Так, многие стройте. Среди вас. Дим, повыше. Они летят ноги. Ноги, да, ноги. Видно, вялые ноги, блин. Спина тянет, а ноги не тянут. Да. Повыше. Видно, что тяжело, но это 190 кг.